Всем привет, друзья! Итак, мы продолжаем играть World of Warcraft за орка. Да, возьмем сейчас еще второй квестик у заклинателя Ксорента, да? Ксорента, да, давайте поговорим с этим парнем. Тебя послал Горош? Ну, видимо, да. Видимо, меня послал Горош. Новый противник. Орграф, темные шаманы обладают большой силой, и это привлекло к ним многих союзников, тех, кто раньше был частью Орды, но теперь преследуют свои зловещие цели. Нам нужно разобраться с ними и тем самым преподать урок всем остальным, чтобы не повторилась ситуация с сумеречным молотом. Угу. Убей как можно больше последователей шаманов и принеси мне их знаки различия. Думаю, последователей шаманов мы убьем достаточно, когда будем проходить этот данж. Мы сейчас будем его проходить, просто я не знаю, как долго я буду ждать, когда он начнется. Так, темный шаман. Эти темные шаманы уже несколько месяцев проводят здесь жуткие ритуалы и призывают чудовищ. Не знаю, чего они хотят этим добиться, но одно предельно ясно. Шаманы – враги Орды, и для борьбы с ними мне нужна твоя помощь. Проложи себе путь в ущелье и убей темного шамана Курантала и Стража Львы. Стража Лавы Гордота. Ты ж у нас чернокнижник, да? Сорент, заклинатель. Ну что ж, друзья, сейчас я буду ждать, когда же начнется этот данжик. Встану в очередь. Дайте-ка выйду. Так, дайте-ка выйду. И что я хотел сделать? Зачем я вышел? Загрузка так долго шла, что я просто уже все забыл. Так, за пределами Дуратара. За пределами, говорит, Дуратара. А, ну давайте, короче, встанем в очередь. Я просто так вышел побегать, наверное. Как воин, да? Вы готовы взять на себя роль персонажа, наносящего урон врагам? Ну, конечно, какой же еще? Танковать я как бы не особо могу. И подземелье. Конкретное подземелье. Так, какое задание у нас там? Огненная пропасть? Да. Так, прежде чем я начну искать, мне нужны еще навыки. У меня есть вообще какой-нибудь АОЕ? Казнь пытается прикончить раненого противника, нанеся ему 801 единицу физического урона. Могучий удар оружием в каждой руке, который наносит в общей сложности 388 единиц физического урона, применяя только в состоянии исступления. Кровожадность. Я волнуюсь, ребят, я волнуюсь, что пойду в данж и не смогу дамажить. Кровавая атака, наносящая 410 единиц физического урона и восстанавливающая вам 4% здоровья. Буйство. Вы впадаете в выступление. Так, что? Физического урона. Стремляетесь к противнику. Провокация. Блин, может мне танком пойти? Но не думаю, что в первом данже все так сложно. Что я не справлюсь. Хотя я данж сам не знаю. Все, по идее, будут бежать за мной. А я буду тупить. Не, лучше воином пойду, короче, не хочу. Не хочу я танком. Это не для меня.
Так, не то. Где? Найти. Ну что ж, вперед, ребятки. Так, нужно шлем напялить. Ай, нет, стоп. Блин, у меня все забито. Ладно, я на паузу, друзья. Сейчас буду искать, кому что продать. Так, ну что ж, я тут думал, может даже спек поменять. Ну, я уже в поиске стою, ждем, когда будет данж. Поменять спек на оружие, так и называется, нифига себе. Поменял, но там тоже нет никаких АОЕ навыков, к сожалению. Я не уверен, что воины на своем первом этапе развития вообще нужны в данжах. Надеюсь, ребята не будут говорить мне: нахера ты, блин, надо было танком идти. Так, ну ладно, ждем, короче. Ждем. Поехали, друзья, поехали. Подземелье нашлось. Искалось оно не очень быстро, но вроде бы все норм. Я тут уже все задания взял. Сейчас будет. Сила и честь! Сила и честь. Мы победим! Ну и кто танкует? Эй, чё смотришь на меня? Я знаю, что я не танк. Странно, эта лава совсем безболезненная. У меня нет цели. У тебя нет цели. Так, забирайте, мне вообще ничего не нужно из этого дропа. Я уже задолбался. Слишком далеко. Мне нужна цель. Тебе нужна цель. Давай. Блин. Не достаю. Слишком далеко. Я же близко рядом стою. Так, что там выпало? Что это такое? Забирай. Нам такое не надо. Так, я постараюсь меньше болтать, друзья. Просто хочу следить за тем, что делают пацаны. А то я уже бывало так стоял. И разглядывал предметы. А пацаны уже давно убежали от меня. Цель. Нужно подойти поближе. У меня нет цели. У тебя нет цели, я знаю. Ну, вроде норм, пока идем. Слишком далеко. Первый босс пошел. Так, что у тебя тут? Задание, это хорошо. Забирайте.
Ну, данжик красивый. Брюхо шляп. Шляк. Шлак. Надеюсь, он мне проблем не доставит. Я никогда еще не был в этом данже, по-моему. Или был? По-моему, был. Тёмой как раз-таки совсем недавно. Нет цели. С Бэйном. Готов. Брюхо шлак. Чё это латы? Это, наверное, мне пригодится. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Так, куда пошел? А. Показалось, что один из нас куда-то убежал, а то был моб. Персонаж не игровой. Слишком далеко. Мне нужна цель. Лежать, твари. Блин, а воинам прикольно. И танковать не надо, и урон наносишь. Зашибись. Лавовый страж Гордон. Гордот. Меч. А лучше моего? Нет, не лучше. Забирайте, ладно. Выглядит он не очень. Заклинатель. Ай-яй-яй. На паузе читаем, друзья. А, мы уже все сделали, да? Больше никто не выжил. Так, отказаться. Не знаю, кому служат эти шаманы, но они дорого заплатят за это. За Орду! Я думал, мы дальше побежим. Все, данж пройден. Я правильно понимаю? Как отсюда выйти? Лучше вот это мне объясните. Там наверняка где-то тут есть выход. Мне нужно вернуться обратно в... Так, как мне... Так, уберу-ка я галочку. Нужно подойти поближе. Мне нужна цель. Так. Ладно, пойдем на выход отсюда. Блин, я не понимаю, где выход из этого. Так, телепорт у меня куда? Возвращает меня в зону колючих холмов, я даже не поселился. Так, покинуть группу для прохождения подземелья. О! Вспомнил, что нужно просто покинуть группу для прохождения подземелий. Акзелот, поговорите с Акзелотом на дальней заставе, что в северных степях. Отдайте Каргалу боевую шраму, ваше письмо о найме. Так, мы все задания сделали с этим данжем. Со всеми клинками разобрались.
Пойду проверю на всякий случай. Коротенькая серия, по-моему, получилась. Слишком коротенькая. И данжик какой-то совсем уж короткий. На всякий случай проверю, точно ли мы все сделали. Да, круто. Я просто не особо следил за сюжетом в этом данже, не особо следил, кого нужно там убить и все такое, и не понимаю, что у меня за квесты тут висят. Я их наверняка взял в предыдущих сериях, но я давно записывал, поэтому не помню. Со времен последней Великой войны, когда Пылающий Легион потерпел поражение, я ищу источники демонической порчи, что воздействуют на общество орков. И принесенный тобой ошейник подтверждает мои опасения. Он принадлежит Пылающему Клинку. Впрочем, твое участие в этом деле подходит к концу, Орграр. Отправляйся на форпост на границе степей к западу и поговори с моим помощником. Так, они все пытаются меня на запад отправить. Слабаком тебя не назовешь. Послушай, моему приятелю Каргалу нужны новобранцы для службы в степях. Это понятно. Думаю, твои услуги пригодились бы не только здесь. Ктор Кровопал набирает бойцов для рискованных операций Орды в Ашае, к северу от Оргримара. О, туда пойду. Кровопал, мне нравится его имя, поэтому я пойду к нему. Уверен, у тебя осталось немало работы и здесь, да к тому же, понимаю, что... В скором времени твоя помощь потребуется и в степях. В степях, подожди. Это вот эти вот задания в степи, про степи, да? Да. Я бы на твоем месте не стал заниматься чем-то еще, но если желание прославиться не дает тебе покоя, Асшара ждет. Желание прославиться мне и вправду не дает покоя. Это где-то на севере, говоришь? Асшара. Круто, туда и пойдем. Отлично, отлично. Отлично. А здесь, наверное, классические квесты, да? На западе. Ну, какая разница, все равно потом придем, вернемся и сделаем и те квесты, и эти квесты. Все сделаем. Так, ладно, я сейчас туда поеду, но эту серию пора уже завершать. Я хотел чисто данжик пройти, я думал, он будет подлиннее, но оказалось, что он совсем уж короткий. Но левел мне неплохо так налили. С нуля до 24648. 91%. Так, ладненько, в общем. Я с вами, друзья, попрощаюсь. Не забудьте поставить лайк и можете... комментировать, может не комментировать, но подписаться важнее всего. Все, увидимся в следующих сериях. Всем пока!